Аккуратнее. Звонил, искал. Звонил, искал. Сейчас один персонаж у нас подойдет, интересный, пообщаемся. Буквально минуточку, да? И начнем. Вызывали генеральный менеджер. Вызывали генеральный менеджер. Знаете, вот несмотря на вот это вот ваше поведение, наглое такое, знаешь, лицемерное, все-таки я вам благодарен за одно. Вы умудрились возродить женский дивизион. Для меня на самом деле это много значит. Но ваше негативное поведение значит для меня гораздо больше. Поэтому я назначаю вам бой. И бой непростой. Знаете, вот сейчас ведь старый Новый год, да? Побуду Дедом Морозом и таким. Вот ты себя хорошо вела в прошлом году, да? И я тебе дарю... iPhone! Кувалду! Какую? Белорусскую. Ага. Твоим напарником в матче трех команд станет кувалда. Это один из тех, кому я действительно могу доверять. Так, что касается вас. Блин, на самом деле тебе мясца подрастить там. А, вот. Для тебя есть отличный напарник. Алексей Щукин. Так, что тебя касается. Кто у нас остался? Да, есть один вариант. Конечно, это не твой испанский горячий мачо. К сожалению, да? Но, знаешь, он не хуже. Твоим напарником будет Валерий Хамов. Ага. Так что я надеюсь, на ближайшем шоу вы сможете показать хороший рестлинг без ваших этих подлых нападок на Мефисто. Покажите себя с достойной стороны, пожалуйста. Я очень вас прошу, не облажайтесь. Ну что ж, тебе я от всей души желаю удачи. Ну а вам, наверное, все-таки нет. Вам все-таки нет. Удачи. Да мне и нужна его удача. Мы и сами справимся. Что брак с людьми делает? Нормально же был мужик.